Сегодня 5 июля, соя сорт Prudence. Здесь 200 гектар. Достаточно неплохо выглядит. Норма высева здесь где-то 600 тысяч было. То есть сколько сейчас на выходе, не могу сказать. Вот так себя она ведет. На данный момент цветет, формирует бобики. Достаточно такой у нее хороший цвет. Посмотрим сейчас бактерии. Здесь были внесены. Здесь, кстати, 100 килограмм селитры досталось. Есть бактерии, причем их как бы немало. Потому что я оборвал сам корень. И они, конечно, розовые. И плюс еще здесь 100 килограмм селитры оставалось. Бросили на этот участок как раз. И оно, кстати, заметно. Сейчас еще так сухо достаточно. Соя поэтому имеет такой насыщенный такой зеленый цвет. Приятный. Поле все выровнено по цвету. Классно. Классно. Какая здесь была защита. Здесь был гамбит 2,5 литра. 2,5 литра гамбит, базогран плюс Harmony по вегетации и противозлаковый препарат Пантера. Злаки вот опять уже начинают появляться. А прошлые злаки, они уже давно высохли. То есть вот такая вот защита. В целом больше здесь чего-то и не было. Соя такая, да, приятная. Сантиметров до 50 высотой. Ну, классная соя. Пока на данный момент все с ней хорошо. Теперь лишь бы и влаги хватило.